Любит рок-н-ролл, катается на сноуборде, обожает английских бульдогов. Наша съемочная группа провела один день с самым харизматичным кардиохирургом города. А «Защитники сердец» – заключительная серия праздничного спецпроекта. Смотрим. Дома у Светланы Владимировны уютно, много цветов и не меньше домочадцев. Но так случилось, что у этой красивой, заботливой женщины ослабло сердце. Первую операцию Светлана перенесла в 2008-м. Я была госпитализирована в краевую клиническую больницу номер 2 к Иваницкому Эдуарду Алексеевичу для постановки кардиостимулятора. Настороженное отношение к белым халатам тогда растаяло, как дым. Благодаря его знаниям и золотым рукам я проходила с кардиостимулятором 7 лет, хотя он мне был установлен на 5 лет. Впечатления, конечно, об этом человеке самые теплые, самые замечательные, потому что правильно, когда на него смотришь, у него настолько добрые глаза. Буквально месяц назад Светлану снова прооперировали. В этот раз человек с добрыми глазами был заведующим ее отделения. Заглянуть в эти глаза захотелось и нам. Сеня, иди ко мне. Хирург-кардиолог Эдуард Иваницкий в свободную минуту выгуливает питомца. Сеня – джентльмен в годах. Неспешная прогулка – лучший способ отвлечь врача от рабочих мыслей. Собаки очень телепатичны. Ему не надо ничего говорить, он сам чувствует. Членов семьи может вечером и не быть дома, они по своим делам. А Сеня встречает всегда, и это приятно. Известный в стране хирург очень любит собак. Это уже пятый питомец. А еще кататься на сноуборде и слушать старый драйвовый и такой бессмертный рок. С виду шутливый, но немногословный. Кто-то в его глазах видит танцующих чертят, кто-то легкую грустинку. Я, в общем-то, строгий человек. Может быть, такая внешняя открытость – это моя защита. На долгие разговоры времени нет. Пора на операцию. Будьте спокойны, все уже в наших руках, поэтому все у нас под контролем. Сколько жизней спас Иваницкий, честно признается, не считал. А остаются в памяти в основном случаи нерадостные. На его рабочем столе всегда стопки книг, и это не декорации. Врач такого класса продолжает учиться каждый день и учит других. Значит, ты чего-то достиг, если тебя просят об этом. Пациенты моих врачей – это мои пациенты. Но около 2000 пациентов проходит за год только по нашему отделению. Отдушина врача – семья. Вот место, где все понимают все. Хоть и признается Эдуард, не говорить о работе в семье не получается. Как у многих хирургов, брак у меня не один, но сейчас я довольно долго в браке. У меня 3 дочери. Одна из них врач-кардиолог. И жена тоже кардиолог. Говоря о защитниках Отечества, Эдуард Алексеевич, как бы мы ни намекали, ни разу не упомянул себя или своих коллег. Может, поскромничал. Но один его рабочий день все прекрасно показал. Анастасия Прохарчук, Валерий Чащин, Илья Сенкевич, 7 канал.